Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в The Darkness 2. Так, давайте пообщаемся с народом. Кстати, вот здесь освещение, почему тьма не вылазит и не орёт на нас, как ни хрен пойми кто и хрен пойми как. Присядем. Здорово, пацаны. Этот козёл Свифти был прав. Уроды, которые на нас напали, сидят в Бримстоне. Ну что, разузнали, умники? Это Эдди узнал. А я был в это время, кажется, занят. Ну да, тянул кокс с задницы шлюхи. Я не мог отвлечься. Пока этим двум болванам полировали члены, одна из шлюх начала болтать про новых хозяев. Я был с этой Камиллой. Она говорит, бордель продали. Новые владельцы живут там же, наверху. Да, но это не все. Она говорит, что видела там странного хромого типа. Мол, выглядит как обдолбанный Носферату. Что еще за Носферату? Твоя бабушка. Не знаю, там ли еще этот псих и его парни, но проверить не мешает. Короче, ладно, мы ходим везде, крошимся. Я схожу туда. Как скажешь, Джеки. Винни знает пару девок, они проведут тебя. Я буду проводить шлюхи. Прекрасно. Ну что ж, погнали. Как у тебя дела, Джеки? Супер. Эй, Джеки, Джимми сказал мне про клуб Бримстон. Жуткий гадюшник. У тебя там шлюха? Ну, я не хожу по таким притонам, но туда заходит один мой приятель. Иногда. Да ты, да ты. Другие закрыты. Ну, ночью. Я знаю одну девку, Венеру. Она может провести тебя внутрь. Давай, давай, давай. Новые хозяева очень строги насчет пушек, но мы через Венеру заранее передадим чистый ствол с глушителем. Ты это... припугни их этой своей штукой. Да, еще да, да. Бы. Ладно? Пора понять, что происходит. Да. Едем в эту дыру, Винни. Конечно. Ну, наконец-то. Вперед. Ну, просто сейчас... Джеки, стой! Ну, в чем дело? Как он выбрался? Еще раз. Этот пакет... Откуда он у тебя? Я взял его с трупа киллера. О, блин. О, блин. Блин, блин, блин. А в чем дело? Нет-нет, ничего. Нет, няни, иначе дело дрянь. Ну, мне надо кое-что выяснить. Удачной охоты. Мы пока сводим его в зоопарк. Дебилы это любят. Едем в Винни. Вот молодец. Ну что, пощекочем его вымя? Вдруг что выйдет, а? Жесть просто. Дебилы это любят. Это ужасно. Ужасно, ужасно весело. Вспомнил вдруг. Лето. Ужасная жара. Мы с Дженни сидели на крыльце и неторопливо ели мороженое. И тут подошел этот пацан. Знаете, такой наглый говнюк. Он оттолкнул меня и уселся между нами двумя. Дженни взглянула на него и уронила мороженое ему на штаны. Он толкнул ее. И вот тогда я урезонил ублюдка. Пару месяцев в больнице ему будет о чем подумать. А Дженни не разговаривала со мной неделю. Ну ладно, у нас есть тьма, в принципе, да? Чё париться? Правда, без стволов? Ну, фонари мне сейчас ничего не делают. О, нифига себе, не зря пошел. А, да, все же мы реликвии собираем. Точно, они потом у нас появляются там как в музейчике. Реликвии надо собирать, это хорошие штуки. Очень хорошие штуки. Ёб твою мать, сколько манекенов-то. Нахрена? Повая лошадь, ты рассказывал на той неделе. Нет, нет, слушай. Мы знакомы? Не думаю, шеф. Ты бы не забыл. Надо тебя обыскать. Да, 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 конечно. Мне да, ничего нету. Вот так. У-у-у. В стороны. Какая у мода. Нас тут все тихо, без драк. Ты под кайфом, бычок? То я? Чтоб все испортить? Вроде чистый. Конечно. Заходи. Стволы приятного проститутки. Вечера. Спасибо. О, камера видеонаблюдения, ну вот меня на ней запалят. Тебе сюда, парень. Так, чё тебе надо? Оу. Чего ты хочешь? Ну, точно не этого. Ну, Джоуи, мне нужна доза. Тебе нужно хоть раз отработать смену. Я плохой мальчик. Сдавай назад, тут ничего интересного. Ага. Я так понимаю, ведет меня путь вперед. А, вот она. Привет, малыш. Зато
Хочешь поразвлечься? Венера. Да, конечно. Ты, значит, Венера? Я Джеки, друг Винни. Да, друзья Винни, мои друзья. Поднимешься ко мне в комнату? Для тебя я устрою особенное представление. Да, 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 пойдем, пойдем. Идем, милый. Пойдем, пойдем, пойдем. Ту-ту-туру. Мне разрешили туда зайти. Жестче, не бойся. Думаю, отсюда можно... Да! Тьма оценила. Фонарей много. Очень много. Может... А, это лифт с манекенами, да? А может их отсюда убрать? Места будет больше. Тут воняет. Окей, слушай. В лифтах нет камер, но у нас мало времени. Я спрятала пушку Винни в своей комнате. Если ее найдут, меня убьют. Эти новые парни — серьезные ребята, Джеки. Настоящие психи. Что-то мерцает мерзко. Обещай, что не выдашь меня, если что-то пойдет не так. Так что давай, живо, на третий этаж. Ты меня слушаешь? Да, слушаю. Да. Я понял. Идем, нам сюда. Ну да. Твоя жена так умеет. Вставай и делай, что тебе велено. Тут все девочки меня любят. О, как сладки страдания! Быстрее. Как сладкие страдания, говоришь? Я вот к чему. Если мы скажем боссам, что нас беспокоит, ты видел нового босса, который скрюченный весь? Ты у него собрался прибавки просить? Я подумал, может, ты попросишь? Ты в таких делах сечешь. Ребятки с битами, но у нас пехль будет с глушаком. О, я хочу туда, можно? Ох, красота-то какая. Че ты живешь в самой жопе в какой-то? Мне столько народу придется перекрошить, чтобы выйти хотя бы к борделю. На первый этаж. Это для тебя. Все для тебя, расцветы и закаты. А глушак где? Они закрыли два верхних этажа. Мы думали, они снимают там порно. Но месяц назад Шантель пошла к тому горбатому на третий этаж и исчезла. Вот, это от Винни. Класс. А глушак где? Теперь найди этих ублюдков и не забудь добавить им от меня. Шлепни того Квазимода. Избавь нас от него. Повторюсь, где глушак? Уныло тут. У меня с... Никакой косметики. Выглядит как обдолбанный клоун. Теперь помаду с члена отмывать. Тихо. Местами придется без тьмы обходиться. Благодарим Господа за эту скуку. Да я же в темноте стою. А, боеприпасов больше я получить не могу, да? Не страшно, не страшно. Кто ты? Я тебя видел! Нет, нет! Давай, Джеки, больно! Прощай. Боеприпасики. А боеприпасы-то где? 10 штук патронов на пистолет. Бежим! Угу, беги, беги. О, где эти звуки? Ну-ка, пойдем посмотрим. Засранец! Близко нет! Скажи моей жене, я люблю ее! Конечно! Так. А, вот сюда нам, за обезьянкой. Не могу вырубить. Там что-то есть. Ну, я думаю, нам туда... Вот ты заперта! И что предлагаешь? Я не могу прострелить. Что делать-то? Доберешься до люка? А-а-а. Так, мне нужна твоя помощь. Закрой-ка гляделки. А-а.
Ёб твою за ногу. Да ладно, я даже так могу? Стой, ты что сейчас сделал? Ловкий фокус, правда? Хе-хе, теперь да. Ты видишь, как я. Охренеть. Ну, как обзор? Хреново. Вперед. Вы слышите этот звук, братья? Это клич зверя, и он подбирается все ближе. Тьма любит нас, я знаю. Короче, у них тоже сила тьмы. Извлекатель удержит ее. Иду на чем? Открой дверь, и я сам спрошу. Виктор нашел извлекателя. Извлекателя? Создает темноту. Темнота дает власть. Значит, грех выйдет. Короче, тьма. О, злодей, страшно. Злодей, страшно. Что-то здесь не так. У них тьма есть, как вы видите у всех. Да ё-моё, что за глюк это, ёптую мать. Я не могу даже местами пройти. Уходи. Да задрал ты, твою мать. Погоди-ка, подойди ближе. Я хочу видеть, с кем воюю. С удовольствием. Так тебе хватает? Ясное дело. Так, я вижу щиток. А, это не щиток, это труба. Никто не знает, куда идет. Ясно? Туда я уже не пройду, а тут тебя обожгет, да? Обезьянку-то подпалило немного. Ну. Явно не здесь. Так, ну с этим я не разберусь так хорошо, потому что там свет. А подождите, у него тьма, как вы видите, но там свет. Почему? Что за херня происходит? Почему там везде свет, а тьма на него не действует? Мы стареем. Туда, к предохранителям. Угу. Все. О, то бум. Вот так, так лучше. Само собой. Так. Да ёб твою мать. Я туточки, скучал? Пошли искать уродов, которые напали на меня. Даже близко нет. Ух ты, нифига себе, я даже так могу? 700? Да не, спасибо, я покоплю пока. Но щиты это хорошо. Я вижу его! Забрать их! Я принял свой бот. Еще. Да прощай. Брат мой! Всегда мечтал убить носителя! Мишель! Сейчас я с этим гномом позабавлюсь. Обертка. Он лишь сосуд, в котором укрылась тьма. Помоги мне! Ни хрена себе, ребятки, крепкие. Наконец-то! Достойный брат! Лежи, лежи, лежи! Ты на кого там пасть открыл? Стой в темноте! Он идет на... Ага. Это что такое? Воу! Воу, воу, воу! А эта штука мне нравится. Револьверы я люблю. Тут уж ничего не поделаешь. Так, давайте сначала перезарядимся. Потом возьмем вот это. Так, стоп. Давай мы что-нибудь порвем. Три. Подожди, они одинаковые? Да, одинаковые. Просто у них максимальное количество боезапаса. Так, я просто хочу посмотреть, что тут еще есть. Щиты мне что-то как-то порадовали. А, черт. Бедный щит. Темно, клево.
Я в курсе. Носитель в комнате! Бей-бей-бей! Возьми ее! Призарядка. Ты готов уйти к брату? Ты будешь... Конец. На картинках почему? 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 Как всегда. Надо же. Конец. Поддержите меня огнем! На! Нет! Больше огня. Он беса вызвал. Кажешь ему лицо! Я тебя сейчас трогать меня не смею! Отбрасывай! Не убежать! Вот ты крутой! Где ты? Опасности нет! Нет! Разрываемся. Я что-то слышу. Убери мне лапы! И все. Пожирай, пожирай, пожирай. Вот, носи! Это все обман! Ничего нет. Я слышу твои вопли. Шепотом. Это не... Твою мать, как жжется! Давай, пожираем. Убивай его! Просто разрываем всех на куски, и все. А хпшечка тратится. Я ты про... Держись, брат мой! Больше воли! Убьем все! Делай... Осторожно, тут бес! Вот и он! Не торопись, не убрать беса! Давай. Да, смотрю, они тоже с бесами. Давай что-нибудь сломаем! Давай. Слушай, тут сердец много. И еще я, мне надоело с этой пушкой гонять. Ну, а. Так, вроде всех я тут перебил. Это что такое? А, это диски для пилы. Короче, да, тут уже все. По боеприпасам максимум. По всем причем. Чё стоим, кого ждём? Давай перезарядимся сначала. Чё стоим, кого ждем, говоришь? Тебе не кажется, что... Ответ уйди, дубина! Подожди, в смысле? Попался! Свет Господень осветил его! Ты умираешь, Джесс! Сгинь его! Уходи на свет! Попался! Свет Господень осветил его! Я так и знал! Вперед! Готовьте извлекать! Сгинь его! Чё, серьезно? Из меня сейчас тьму будут извлекать? Во! Я даже боюсь представить, что будет. Да я вроде высадил в одного. Я манекеном шмырнул во второго, а в этого высадил. Приходит в себя. Твою мать, меня... Меня как Иисуса прибивает к кресту. Да что ты делаешь? Очнулся. С вами, Катя. Осторожней. Этими, как его... Гвоздями, которые шпалы прибивают. Паренек-то весь взмок. Это хорошо. Берись за дело. Когда переход завершится, мы получим искомое. Уверяю тебя. Я предпочел бы избежать этого, Джеки. Но сейчас решение только за тобой. Так это ты напал на нас в нашем ресторане, да? Заткнись, не думай. Только слушай. У тебя есть кое-что чужое. Именно то, что мы потеряли. Теперь тебе лучше это вернуть. Твоя судьба меня не волнует. Меня интересует только одно. Тьма. Мне нужна тьма. О, не понимаю, о чем ты. Конечно. Проституточка умерла. Но ты слишком беспечен. Смотрите, она висит. И очень много бандитов в этом городе считают, что в тебе живет демон. Ресторан был проверкой, мы узнали, что ты новый хозяин тьмы. Она теперь у тебя. Верни ее.
Я чувствую, как ты мечешься. Что, нервничаешь? Ну так ты и так ее забираешь. Ты слишком глуп, чтобы бояться и почитать тьму, как положено, Джеки. Она предпочитает болванов, которыми можно управлять, и избегает умных людей, способных управлять ей. Я спрошу один раз. Ты отдашь мне тьму по доброй воле или нет? Попробуй возьми ее сам, раз ты такой умный! Ты читаешь только комиксы и меню? Есть правила. Тьма передается лишь согласие носителя. Придется получить твое согласие. Мистер Пивиш, будьте любезны. Смотри, красавчик. Этот триллер специально для тебя? О-оу. Тьма заставила тебя смотреть на смерть Дженни. С самого начала она подчинила тебя. Признай, Джеки, ты не можешь управлять тьмой и не сможешь. Отдай тьму тем, кто с ней справится. Приток темной сущности в извлекатель говорит мне, что ты почти готов уступить. Попробую упростить тебе решение. Мистер Брэк. Ясно. Так это была твоя девушка, Джеки. Да, шлюхи с колечком в губе хорошо сосут. А ей разнесли башку, и ты не смог дать ей в рот. Джеки! А, Джеки, этих уродов все больше! Не сдавайся, Джеки! Мы еще держимся! Заткнись! Вас атакуют по всему городу. Мы хотим и можем поставить вашу семью на колени, а совсем скоро мы захватим твой дом. Решай, Джеки. Вопрос уже не только о тебе. Делай свой выбор, левый или правый. Пожертвовать Тедди, пожертвовать Фрэнком. Джеки, Эдди. Нет! Не поступай так со мной! Вот ты сука! Обоссался. Ты молодец, Джеки. Пусть все знают, что мы будем защищаться. Закрой свой долбанутый рот, ты уже труп. Ты опять выпустил джина из бутылки? Глупо. Для тьмы ты просто марионетка из кожи и костей. Последний шанс. Ну что, ты отдашь мне тьму добровольно? Пошел ты. Тогда его возьму я. Я пытаюсь помочь тебе, но ты слишком туп. Хорошо, я буду говорить языком, который поймешь даже ты. Мистер Брэк, уничтожьте всех в доме. Найдите старуху и отрежьте ей руки. Слушай, может отрезать ее отвисшие сиськи? Что ты на это скажешь, Джеки? Да, ты не мог управлять тьмой и потерял Дженни. Боюсь, теперь ты потеряешь всех, кто тебе дорог, из-за своего упрямства и тупости. Давай, бей его. По зубам, не жалей. Джеки! Не сдавайся! Знаете, что мне это напоминает? Венома. Ну, голос такой, как у Венома. Джеки! Защити тьму! Вау! Все кончено! Не отдавай меня! Иди ты! Я не твоя игрушка! Ты выполнишь приказ! Скажи мне, почему? Опа, а вот и Дженни. Дженни! Ее душа у меня! Повинуйся мне! Дженни! Дженни мертва, идиот! Ну же, давай! Отдай мне тьму, или тетушке Саре придет конец. Не могу. Ты вынуждаешь использовать извлекатель, мистер Пивиш? Ритуал почти готов. Осталось совсем немного. Так, продолжайте им заниматься. Для ритуала он должен быть как можно слабее.
Борись! Да, борюсь, 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 борюсь. Давай, давай! Борись! На тебе, моргало! А вот им револьвер. Я его прибил. Убей свет! Извлекатель! Выйди и закрой эту дверь! Черт! Я пытался дать тебе шанс, Джек! Ты дырки в руках! У тебя был выбор! Ты сам обрек на это себя и свою семью! Я лишь хотел помочь тебе! Ты не умрешь, Джеки. Тьма не позволит. Но когда очнешься, тетушка Сара будет мертва. Это все, чего ты добьешься. Ой, пойми, а у меня ручка же, наконец, заросла. Как ты бессилен. Как у Дэдпола. Я больше не стану щадить тебя. Поджигайте дом! Ого. Вот так вот, да? Ну вставай давай, ёб твою мать, блин. Извлекатель за Дженни! Так, тихо. Не могу. Давай, извлекатель за Дженни? Серьезно? Да ты гонишь. А, предметы, схваченные демонической рукой, будут взрываться при ударе после броска. Прикольная штука. Дальше в щиток идем. Щито. Или подождите, посмотрим, что у нас здесь. У нас есть здесь скорость перезарядки. Давай возьмем. Блин, я в щит хотел пойти. Черт. Ай. Я хотел пойти в щиток. В смысле? А у меня же должен быть этот, пистолет. Больно! А, смотрите, они взрываются и правда, ребята. Тихо, 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 тихо. Вспомнить, что надо делать. А, лестница. Давай, давай. Тьма не даст тебе умереть. Мы же это оба понимаем. Не надо было брать то, что по праву наше. Я башки поднять не могу. Держит его, как куклу. А они ничего мне сделать не могут. За честь, бр... Брось ты из стакана! Это... Чтобы схватить его, я... А слушай, огонь, кстати, не дает такого света. С ума сошел! Эй, ты! Отпусти его! Все. Так бессмысленно. Угу. Я просто смотрю на артефакты, вдруг найду какой-нибудь. Давай, давай, дверку сим-сим. А, все, на изи. Буквально на изи вылез. Эй, я нашел их! Эй, мясник, сюда! Господи, Джеки, я думал тебе крышка. Знаю, мне надо... Джеки, они в особняке, они там всех перебьют. Нет! Ждите наверху! Я спускаюсь! В смысле? Извлекатель! Он соединит нас! Джеки! Она истекает кровью из-за тебя! Очередной эстакан! Что происходит? Я не хочу... Я могу прикоснуться. Вот и я. Скучал? Нет. Меня больше интересует, где мои пушки. Дай его мне! Или она будет гореть в аду! Я могу терпеть. Хорошо пошел! Так. Минус. Минус. Ха-ха. Минус на минус, что правильно дает плюс. Сгинь его!
Тихо. Не выходи на свет! Я в курсе, как это работает. Похоже, ты лишь позорит. Стреляй, урода! Вижу, носитель! Сейчас помрет! С чем это ты играешь, бес? Абсолютная! Где же тьма? Давай больше! На! О, автомат! Автомат не отдай! А чё, автомат не отдают мне? На той стороне, Джеки! Эй, спусти! Нет! О, два пистолета. Приятно. Пистолет и пулемет. Ну ты что, не чавкай! Ну ты что, не чавкай! Откуда здесь свет, скажи мне? Вот я не понимаю... А, не могу. Он тут! Умри! Умри! Я! Да ты правда попал! Да? Я вижу Джеки! И это все да? Почему? Почему? Ой, как чудесно! Джеки убил нашего брата! Я выбрал тьму. Молодец. А теперь тьма выберет тебя. Ты уйдешь домой, брат. Так, я тут сердце. Ща, погоди, я сердца похаваю немного. Хватит обсывать всех, животное. Тьма у него! Ты жалкая пустыня! Эстакада! Прикрывай! Здесь носитель! Ты везде связался! Тяжелым огнем! На вкус и как курица! Вижу! Задел меня! Мне грудь раздавит! Да я тебя пополам разорву, чувак. Так. Перезарядимся. Так, что у нас там? А, тут патров достаточно. Так. Джеки, слава Господу, это ты! На нас напали! Давай скорее домой, пока там всех не убили! Да, погнали, погнали. О, жопа! А жопа-то жесткая началась. Мочилово зверская. 300 FPS, охренеть. В наш приют часто заходил священник, отец Аланса. Да, я знаю, что вы подумали, но это совсем не о нем. В общем, ему было по 1000, не меньше, и он был прекрасный проповедник. Он говорил нам, что ад... Это не просто страшилка для драчунов вроде нас. Ад существует. Это хреновое место, куда попадают все лентяи, шлюхи, торговцы дурью и наркоманы. И мы окажемся там, если вовремя не остановимся. Ха. Все не так просто. Да ты что? О. Боже, храни королеву! Согласен. Ну что ж. Давайте пока... Рви их на части! Ребят, ну что ж, давайте пока остановимся на этом. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!